Всем привет, ребят. Ну что, как обычно, у нас трешачок, как обычно, же сделали нам подгон очередной плюшек. Пооткрываем, посмотрим, побегаем по акциям. Все как всегда, все как обычно. Ну, просто заходишь на русский сервер и понимаешь, что ты зря потратил там 2 года игры, кучу доната, ни на что. Почему, сейчас вам просто покажу, чтобы даже без донаты там, либо мелкие донаты, понимали, почему на русском сервере как бы нету смысла донатить, если ты хочешь нормально играть. Есть смысл там играть, если ты хочешь задротствовать. Вот где-то так. То есть, если тебе пофиг, ты просто так играешь, чтобы, ну, чисто пообщаться с друзьями, повеселиться, пофаниться, можно выбрать русский. Если ты хочешь чего-то добиться в игре, как бы у тебя есть интерес развивать аккаунт, то, конечно, это же не русский сервер, а вот английский, китайка, там донат без донат, либо там немецкий говорят, я к немецкому даже не добирался. Ну, в общем, вот так вот, такие вот плюшечки. Я бы не сказал, что это максимум топ, но, опять же, плюшки довольно-таки неплохие, и хорошие паки, и кристаллов куча на русском сервере этого. Я не знаю, через сколько лет стоит ожидать. В общем, вот есть у нас новые 6-е сундучки, аж 50 штук, ребят, это все бонусом. Это все идет бонусом. Так, окей, поехали по акциям, пройдемся, потом пооткрываем плюшки. Что у нас здесь? Вольт. Ну, такие себе награды. Было бы неплохо, если на английском еще меняли хотя бы награды в этих акциях рынок, то понятно, что они все усилия делают на рынок, но хотелось бы акций больше. Так, и что у нас получается? Бум, карточка. Ну, это понятно все. Так, рибета вытащили, неплохо. Еще одного рибета. Еще одного рибета. Че, издеваются, что ли? Зачем мне 3 рибета? Это просто жесть, ребят. Ну ладно, это такое. Так, интерфейс, апдейт пак. Понятно. Вот, апдейт офер. Вы получаете за первые там сколько? Ну, за, получается, меньше среднего, маленький пак вы получаете 39, ребят, 30, 15 мешков 8 эмблем, 3000, 3 миллиона получается кулаков, если я не ошибаюсь, 55, 5 валентинки, 500 феника, и самое большое это уже желтые и красные кристаллы, плюс 50 новых сундучков. Так, что тут у нас? А, это акция на ежедневный вход. Я даже не буду заходить. Баназа. Та же самая. Смотрим. В общем, плюшек немерено. Качать уже, по сути, некого. Так. Так, интересно, кого мы сейчас получим. Эссенция. Ну, тоже, в принципе, интересно, плат по прайзе зайдем, посмотрим, что там у меня творится. Тут куча расходников дается, но я их, честно говоря, иногда, тут, в принципе, немного. Но мне лень их забирать. Потому что они мне, по сути, не нужны, а времени теряется очень много. Да, разбаловали меня GG на этом сервере. Такс, вот тут, ну, подпаки, интересно, мы посмотрим, что по наградам, по списку. Сторм, ПБшка, Фрейка, Вольт. Ну, честно говоря, такое себе, ничего такого особенного. Так, окей, поехали дальше. Проспектор. У нас интересного будет. Так, ну, на русском
Вольта давали, тут кучу драконов. Ой, точнее, огника, тут огника я не вижу. Ну, такое себе. Ну, в принципе, как видите, здесь плюшки неплохие. А, видите, не хватает одного, не дает так открыть, как на других серверах. Типа, меньше попыток. Так, тыковка. Пять карт. Ожог. Плохо, неплохо. Палантики сыпят. Хранитель. Арктика. Ну, тут как бы вопрос, я сейчас вам покажу рынок, и вы поймете, что вопрос героев на этом сервере. Реально, для мелкого даже доната и актуален. Тут за минимум можно получить всех героев. Так, очки. Ну, два дракона вытащили отсюда, неплохо. Так, окей. Сейчас я вам покажу. Так, это за сам. Вот, посмотрите, за 20 вы уже получаете 3 фида, да, недавнего героя, с прошлой обновы, плюс 3000, ребят, 3000 пакетов по 20 тысяч, это просто жесть. Большой пак, можно, в принципе, розу собрать, я показывал, там до 10 можно собрать, ну, такое, и 8, 58, блин, но самое основное здесь. Вот даже самые мелкие паки, посмотрите, ребят, за 5 вы получаете, посмотрите, какие герои. Фактически все герои, которые топовые, здесь продаются за 5, за 10. То есть со временем они все дешевее, вот уже паки эти по десятке стали последние. Ну, посмотрите, сколько расходников вы получаете. Сундучки, огник. В принципе, два таких пака за 40 можно собрать вполне. Куча сундуков, расходников. Розалинда тоже уже дешевле становится. Но ее когда шопинг спри, можно получить еще дешевле. Ну и топовый пак. Вот так вот. И вот трешечки у нас здесь. Так, поехали, пооткрываем. И тут у нас есть пятый. Ну давайте, бум. 145. Ну видите, где-то 7-8 до 10 штук, и у вас 100% Розалинда есть. 145 осколков, ребят. Так вот. Так. Это мешки огника. Так, вот эти вот мне нравится открывать, вот эти вот сундучки. С них, кстати, очень нехило так падает камней. Поехали. Посмотрим. Так, ну, смотрим. 400. 500. 1400, неплохо. По рункам 25, 30. 30 рун. Ну тут посмотрите, сколько осколков выпадает, тоже дофигища. Так, ну вот коробки, ну в принципе топовые плюшки. Пятые, вот пятые и шестые сундуки замка, это конечно жесть, с них сыпется реально. Так, что тут у нас еще? Уже 575. Ну, я пока коплю их, все равно нет смысла открывать. Так, давайте пятый еще откроем. Ну, пятый, как видите, похуже, конечно, но, опять же, тоже неплохо сыпят. В сравнении, конечно, красных камней меньше, но этих в разы меньше. Ну, вот так вот. Так, вот. Так, окей. С этим разобрались. Так, это у нас еще сумочки последние. Ну, седьмые еще копятся, я их уже открывал. В общем, вот такие вот здесь плюхи. Давай посмотрим, что у нас на китайке делается. Я туда еще сегодня не забегал. Так,
настолько поменялось. Огник Запад так и есть. Кошки, я рынок, а вот рынок тоже, смотрите, минимальные паки тоже, посмотрите, какие герои продают. Что тут сказать? Вы сами все видите. Тут уже и так их уже в два пака суют. Так, это за покупку. Больше ничего. Ну и огник для без доната. Так, хрустальный. Это хрустальный уже показывал. Вот, за большой пак вы получаете тоже топовый герой. В общем, вот так вот, ребятушки. Пишите комменты, лайки, репостики. Всем таких же плюшек от IGG. Всем удачи, всем пока.